Российской полиции 300 лет. Большой юбилей в 2018 году отмечают отечественные стражи порядка. Филармонии в торжественной обстановке почетными грамотами наградили лучших сотрудников внутренних дел. В их числе не только действующие полицейские, но и офицеры в отставке. Гостей поздравил глава регионального ОМВД Андрей Лузин. В разное время тысячи наших соотечественников добросовестно и самоотверженно охраняли правопорядок. Многие из них отдавали свои жизни, до конца оставаясь верными присяге и служебному долгу. Мы возрождаем добрую память о тех, чьи имена несправедливо преданы забвению, независимо от эпохи, в которую им выпала честь служить своей стране и ее народу. За трехвековую историю ведомство не раз меняло свое название, однако задача всегда была одна – обеспечить безопасность граждан. На сегодняшний день в рядах МВД по всей стране служит почти 1 миллион человек. Среди них подполковник полиции Дмитрий Кудряшов. Более 20 лет он отдал служению родине. Именно он отвечает за соблюдение общественного порядка во время массовых мероприятий в регионе. Служба органов внутренних дел – это, скорее всего, для меня призвание. У меня папа отработал 25 лет в органах, ушел на пенсию. Рос, смотрел, как он работает, и, возможно, поэтому пошел по его стопам и продолжил, как говорится, семейную традицию. Ивановских полицейских поздравили первые лица города и области, поблагодарили за верную службу и защиту интересов государства, за то, что со времен Петра I стражи порядка, рискуя жизнью, ловят преступников ради спокойствия каждого гражданина. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.